Все, мы поехали куда-нибудь. Настя, Саня, Таня, Дюша, Метелкин. Ой, капец. Саша, как всегда, авторские права, вся фигня. Старость не радость. Эй! Что надо сделать? Позвонить. Ну, судя по всему, это наш Виталик. Ну, вон он уже. Он уже к людям пристал. Ну, придурочный. Ой, глянь, смотри. Лена, вот это машина бассейн. Большой. Вот этот. Вот, вот этот. Ой, блин. Ни зонтика, ни херонтика. А, не, есть. Я думала, ничего нету. Есть, есть. Хорошо твоя колонка-то не играет. Ничего так. Ничего так. Да, он взял, он же приехал за ней. По счету. Первого, блин, вы давно холодильники поставили прям в беседку? Холодильник? Вообще молодцы, да, вообще кайф. А это не наш, я вам не знаю. Нет. Да успокойся ты, Бога ради. Как-то без него обойдемся сегодня. Конный плух. Лотосы цветут, вы видели? Лавочки, гля, поставили. Лотосы цветут. Класс. Видела, Ленчик, лотосы цветут. А вот там проезжала, видела целое это? А говорит, люди выезжают. А, это все выезжают, говорит, сегодня. А вот наша беседка. А что вы здесь? Я полянку где-нибудь накрою, буду... А где это солнышко? Чуть-чуть ёбку, чуть-чуть ёбку. Буду загорать. Ой, первое сразу на худок Покровский позвонил. А кто у нас шашлык? Виталик сегодня жарит? Да, да, сами пожарим. Из водки шашлык сюда вычем, прикалывайте. Пойдем, Ленчик позакрывает. Я позакрываю. Пойдем. Да иди на газу мою. Так, музыка надо и проходить мимо, петь песню самим. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, чтоб не было авторских прав. Так, где тут вход-подход, доча? Все равно, да? Можно через кусты пройти, я надеюсь. Ой, какой он маленький. Ёпрасоты. В большом бассейне воду меняют. А этот маленький. Нашли когда, блин, когда мы приехали. Да.
все. Так? Поснимай. Не-не, смотри, оно видео оно снимает, смотри. По-моему, не очень эпично. Выключать. Теплая. Он глубокий? Можно было попрохладнее. Глубокий. Где-то 1.80 м. Снимай, снимай. Все, можно мне идти купаться? Какая хули? Ну да. Вот тут вот двухэтажный труб. На первом этаже баня, второй этаж. Какая-то гадость покусала вчера. Вообще. Баня, мы тут вообще конкретно. Шашлыки, не знаю, загар такой благородный. А пока ты потом за нее доплатишь? Блянь, меня. Загар. Ну было, давайте то ли до 2.5 кг. Так мы сейчас возьмем там где-нибудь. Так, сейчас пойдем отожмем. Пошли. Кого? Соседи, спиннинги есть? О, господи. Нет, там стоял, пойдем возьмем. 300 рублей. Кто? Ну, удочка там. Рыбу. Обычно как вот ловишь рыбу, ты за нее... Я за 300 сейчас карася привезу. Килограмм. Полтора. 300 рублей за спиннинги. На полянке. Сейчас двигайся, куда, блядь, вот сюда. Вот сюда. Капец. Тело распласталось по полянке. Как это? Лизун, чмяк, чмяк. Ой, встал. Сейчас. Так, гля, воду даже... Правильно, тут рыба, значит, это, кислородом на... Ну да. Все-таки да, значит, тут есть рыба. Раз кислород пускают сюда. Да. Вот так. До шашлыка все никак не доходит дело. Виталька. Все-таки... Как бы мы девичник девичникам не хотели. Но Виталька, он приехал раньше нас. Он приехал еще в 7 утра. Мы приехали в 11. И он тут оказался. Не из-за того, что он как-то там с нами. Чё. Но Виталька делает 50% работы, которую делали бы мы сами. Ну, например, мангал же, пожарить все шашлыки. Я не знаю, что еще. Музыку он нам ставит. И вообще с ним не скучно. Он еще тот тарахтелка, блин. О, стрекозка красивая. Жмерик. Я не снимаю, не снимаю, никого не снимаю. Домик свободен. Обязательно 20 косарей и все будет хорошо. 20. Да легко. Остаемся. Иди. Это баня.
Баня, баня. Да нам баня нахуй нужна. Нам просто домик нужен. На сутки. Да, Виталик, все себе платит. Бля, надо же где-то переночевать. До мамы пойдешь. Маму, давайте все мясо привезли. Че? Где же мясо привезли? Да подожди. Мама потом прыгнет. Лена, ныряй. Окуни голову, знаешь, как офигенски. Ты меня сожгла, ты пламя. Я же в очках вижу. Огненный. Натаха, ты тут уже. Даже пальмы есть. Ой, боже, ветал. Что я, блядь, не могу встать, что ты сбор. Я ни разу не был на нем. Да вот, что у меня подать, чтобы ты сейчас... Так хер с ними, давай. А как надо? Не знаю, Уля умеет кайтаны делать. Ой, точно для детей, стопудово. Если я еще раз прыгну, я вылечу отсюда. Палка в рот. Ульян, давай тебя щелкну, пока сидишь. Дети, хотите прыгать? Поймаешь рыбу? Ты обещал. Говорит, делаешь рыбу. Это опять надо идти в бассейн и делать рыбу. Мы тут еле дошли. Тут же эти. Ага. Осторожно, осторожно. По кустам где-то. Ну подожди, ну давай не это, не спеши. Еще время, о. Ты не туда. А, ну она хочет. Там люди сидят. Тут тоже можно пройти. Ой, Настя, на меня. Море, море, чайки, чайки. Ой, боже! А ну быстро! Да, господи! А какой ты в сторонку? Да ладно! А эта песня, ты ж так и играла все это время? Нормально, да нормально. Охуенный шашлык. Так, шашлык, бля, просто сказка, девчонки, вы чё вообще? Нет. На шара ничего не ел, он просто клеенки позадирал. Домой едем уставшие, сгоревшие. Капец. Откуда такая, блядь, длинная, еще рыжая? Такие, Линка. Ужас. Хотя время еще сколько? 7:30 только. Что это? Да поехали. Да-да-да, два голоса сразу. Да, они сами тогда открываются. Капец. Че, Санечек приехал? О, Санечек. Че мой золотой? Компьютер вообще сидит. С пацаном. Досик. Досик? 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 Ой, ладно, с вами.